Повертаємося до студії. Вже готові представити гостю, яку анонсували на початку цієї години. До нас завітала художниця Антоніна Чапчай. Вітаємо вас. Добрий день. Дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. Дійсно, привіт нашої розмови. Дуже більш ніж благородний, тому що ви будете презентувати, скажімо так, роботи заради ось цього малюка, якого ми зараз бачимо на екрані. А хотілося б дізнатися для початку, як взагалі виникло це знайомство з малюком, чи дізналися про цю історію? Ну, поступила информация о том, что ребенку нужна помощь. Сейчас в соцсетях очень много информации про эту девочку. Вот, во всех маршрутках нашего города тоже есть объявления, есть постеры. Вот, я думаю, что очень и очень много николаевцев уже как бы заочно познакомились с нашей малышкой и знают об этой проблеме. Да? Потому что девочка действительно очень маленькая, ей всего 6 месяцев. И семья, ее родители столкнулись с такой бедой, что вот ей поставили очень страшный диагноз – рак крови. Вот. И на сегодняшний день, конечно, существует такая проблема, что в Украине таких маленьких деток не лечат, да? И как бы родители вынуждены уезжать совершенно в другую страну, вот, в Израиль в данном случае, как поступили Дима и Вика, да, родители нашей Настеньки, маленькой этой девочки. Вот. И они сейчас находятся на лечении в клинике Шиба. Вот, естественно, это лечение очень-очень дорогое, и для такой молодой семьи это просто неподъемные деньги. То есть речь идет о сумме около 100-150 тысяч долларов. То есть понятно, что родители вынуждены не просто просить, а кричать о помощи и обращаться ко всем неравнодушным людям Николаева, Украины. Вот, і взагалі всього міра. А до наших глядачів також хочеться звернутися. Якщо у вас є можливість допомогти, то реквізити час від часу ми будемо виводити на екрани, тому матимете можливість записати. Отож, беріть ручку, якийсь там записничок, записуйте. Тому що не ваші навіть маленькі якісь внески також можуть зробити величезну справу. Звісно. Не варто думати, що необхідно робити там мільйонні якісь внески. Ваш склад в тому, що буде проходити виставка, виставка ваших картин. Хотілося б про це дізнатися. Да, да, то есть мы получили информацию о ребеночке и решили вместе с организатором этой выставки, это администратор Центра семейного развития Happy Family Ирина Костюк, совместно с ней провести такое благотворительное мероприятие. То есть у нас есть свободное помещение, у меня есть картины, которые хотелось бы уже давно показать людям. Вот, и, соответственно, во время этой выставки будет произведен благотворительный сбор на лечение этой девочки. То есть каждый, кто придет посетить эту выставку, сможет оставить какое-то свое пожертвование. Вот, и потом все эти денежки, все средства будут переданы семье Лиховец на лечение Насти. А взагалі, ще щодо виставки, це буде просто виставка, чи можливість придбати також картини з благодійної цілі? Я думаю, да, что выставка сама по себе продлится в течение недели, то есть открытие будет в субботу, 23 апреля, в 12 часов дня. И в течение всего дня до вечера люди смогут приходить, да, смотреть, и потом еще в течение недели тоже люди могут посещать эту выставку. Вот. И как бы в течение недели, если в рамках выставки кто-то захочет купить картину, то это, конечно, да, на условиях благотворительности, мы это дело обсудим. Вот. Я думаю, что... А, взагалі хотелось бы запитати, это ваша первая такая акция проводится, или все-таки было по передній якийсь такий досвід уже допомоги такій малечі? Впервые, да. Вообще, конечно, помогаю, ну, как-то стараюсь, да, вот даже в социальных сетях, там, в группах, например, состоять таких деток, распространять информацию о них, помогать, чем это возможно. Вот, потому что я считаю, что это святой долг каждого из нас. Вот, если ты здоров, твои дети здоровы, помоги тому, кто в этом нуждается, да, помоги больным деткам, например. Вот, ну, вот такое мероприятие, это первая моя персональная выставка, и очень рада, что есть возможность помочь ребенку. А взагалі, какие у вас прогнозы на сбір коштів, скільки думаете зберете? Не знаю, сколько мы соберем. А вы наиболее, что так, сколько не собрали, это все-таки будет допомога. Да. И это дуже важливо. Я також попрошу ще раз вивести на екрани реквізити и вас попрошу також глядачам проанонсувати, де, коли можна прийти на виставку. Да, как я уже говорила, выставка будет в Центре семейного развития Happy Family. Находится на Центральном проспекте или проспект Ленина, да, старое название, это Пушкинское кольцо, 66, второй этаж. Выставка пройдет 23 апреля, открытие 12 часов дня. Отож, дорогі глядачі, не будьте байдужими, завітайте на виставку, зробіть свій внесок. Якщо немає можливості прийти на виставку, зараз ви бачите реквізити на екрані, тому допомагаємо, чим можемо, найголовніше бути разом у біді, допомагати один одному. Дякуємо вам за те, що сьогодні ви завітали в нашій студії. Нагадуємо, що у нас сьогодні була в гостях Антоніна Чапчай, художниця.